Друзья, приветствую всех, сегодня будет финансовое видео, и это видео сделает вас, блин, миллионерами. Вы просто охренеете от того, что я вам сейчас расскажу. Эта информация вам просто нахрен взорвет мозг. Я вам покажу, как люди просто за пару месяцев зарабатывают сотни тысяч долларов, как люди миллионерами становятся буквально за год. Сейчас настолько все ускорилось, вы просто не представляете. Я сам охреневаю от этой, ребята, информации. Вот у меня куча ребят в закрытом канале, мне такие результаты показывают. Так все сейчас ускорилось, люди просто там за несколько месяцев зарабатывают сотни тысяч долларов с нуля, и вы это можете делать. Сейчас просто такой тренд, вы просто не там ищете. У меня куча вопросов, что сейчас делать, ехать мне на заработки. Какие нахрен заработки? Сейчас столько возможностей на крипте, в интернете, какие заработки, вы просто не видите, потому что вы в этом не варитесь, варитесь нахрен в этом, ребята. И вам не нужно будет уезжать ни на какие заработки. В общем, меня к этому видео сподвигла вот эта вот новость. Американец заработал 5,7 миллиардов, закупив на 8 тысяч долларов криптовалюту. Когда были, блин, такие возможности? Когда такое было возможно, да? Вложить 8 тысяч долларов и стать миллиардером. Блин, миллиардером. Вот, смотрите. Инвестор, купивший в августе 2020 года криптовалюту Shiba на сумму 8 тысяч долларов, в августе, за год нахрен, человек заработал миллиард. Это просто, ребята, вступление. Это просто вступление, чтобы вы понимали, какие здесь сейчас возможности. Давайте я вам покажу, что такое миллион и миллиард, чтобы вы просто охренели. Один блогер сравнил миллион и миллиард на рисе. Смотрите, вот это миллион долларов. Это миллион долларов, получается, раз, два, три, четыре, пять. Одна крупица 100 тысяч долларов, да? Одна рисинка, короче, 100 тысяч долларов. А теперь смотрите, что такое миллиард долларов. А это нахрен миллиард. Вы представляете? Каждое зерно риса вот 100 тысяч долларов. Смотрите, это, блин, миллиард. Вот так выглядит покупка Lamborghini. Видите, ничего нахрен не изменилось. Вот дом, да, за 5 миллионов. А вот нахрен миллиард. Вот что такое, ребята, миллиард долларов. Вот какое, блин, сейчас время. И вы мне пишете, ехать мне на заработки или нет. Какие нахрен заработки? Вы там ничего не заработаете, ничего не заработаете. Вот здесь возможности. Цитата, которая изменила мою жизнь, просто перевернула. Перевернула мое сознание. На работе работают, а становятся богатыми в свободное от работы время. Все, точка. Это видео сделает вас богатым, если у вас есть запрос. Если у вас есть запрос, если вы ищете возможности, если вы в этом варитесь, ищете возможности, это видео, это своего рода искра. Это мотивационное нахрен видео, это искра. Вы должны посмотреть, все, блин, все, вот чего мне не хватало, я пошел топить. Конечно же, если у вас нет запроса, если вы себе такие шатаетесь по интернету, что посмотреть, о, инстардинг опять хайпит, о, о чем это он здесь, о, опять какое-то видео о миллионах, о миллиардах, конечно же, вы ни хрена не заработаете. Потому что у вас нет запроса, вы себе в своей зоне комфорта. Вы себе там просто смотрите видосики и развлекаетесь. Чтобы здесь зарабатывать деньги, нужно уделять этому кучу времени. Видео это не будет работать. Книги те нахрен, которые вы читаете об успехе, они не работают, если не работаете вы. Поймите это раз и навсегда. Само это видео, само по себе, конечно же, оно не сделает из вас миллионера. Не сделает. Вам нужно посмотреть, замотивироваться и пойти топить. И пойти работать. Над собой, над своим делом. И тогда вы заработаете свой миллион долларов. Со мной, ребята, было так же. У меня был запрос. Я искал, искал, искал. Я смотрел вот такие вот мотивационные ролики. Мне этого не хватало. И вот, вот, я смотрю, вижу возможность. Вижу возможность, пошел работать. Посмотрел, замотивировался, пошел работать. И все. И я вот эту вот культуру, да, я ее распространяю. Потому что я сам нуждался вот в таких видео. Давайте перейдем к нашим заработкам. На чем сейчас я зарабатываю? Какой сейчас тренд? Ну как тренд? Тренд давно шел. Я, можно сказать, залетел в последний вагон. Сейчас мы зарабатываем на IDO. Вот здесь сейчас огромные возможности. По сравнению с акциями, ну, смотрите, 250 долларов, да, превращаются в 1600 долларов. 198 долларов превращаются вот в 1000 долларов. И это еще цветочки. Вы могли видеть, да, как блогеры там показывают. 500 долларов превращается в 100 тысяч. Там 1000 долларов превращаются там в 20, в 30, в 40, в 50 тысяч долларов. Это, блин, реальность. Такая нахрен сейчас реальность.
Помните, я вам говорил, везде есть золотое время. Во все года, во все есть века золотое время. Вот это сейчас золотое время. Куда ни вложись, иксы. Куда ни вложись, иксы. Какие акции? Сейчас вот идет тренд крипты. Если вы сюда зайдете, вы заработаете огромные деньги. Риски минимальные, рисков нет. Почему нет рисков? Сейчас нет рисков. Понимаете? Когда идет тренд, рисков нет. Когда тренда нет, когда нестабильная ситуация, понятное дело, там уже все, 50 на 50. Сейчас здесь рисков нет. Все, блин, проекты взрывают. Смотрите, да? Вложил $225, они превратились в 8 косарей. 8 косарей зелени. Да когда были такие возможности? И это еще херня. Да, я знаю, что вы смотрите других блогеров, следите за другими телеграм-каналами, там просто вы охреневаете, да, от тех цифр. И это реальность. Да, здесь очень много нюансов, очень много нюансов. И об этих нюансах вам не будут говорить. Не будут говорить, потому что это невыгодно. Вот когда мне хейтеры говорят: если бы все было так просто, ты бы нам об этом не рассказывал. Ребята, инструкций не будет. Не будет инструкций на инвест-канале, не будет. Потому что если я буду делать инструкции, если большие каналы будут делать инструкции и будут все вам рассказывать, разжевывать, сейчас сюда набежит кучу людей. Чем больше людей, тем меньше заработки. Так у нас было с IPO. Сначала был просто бум, потом люди подтянулись, все, заработки начали уменьшаться. Так же и здесь. Пока сейчас такое время, да, можно вложить 200 и сделать 8 тысяч. Да вложить 200 и сделать 1000 или сделать 500. $500, это уже хорошо. На акциях это уже хорошо. А здесь, да, вкладываешь $225 и получаешь 8 косарей. Когда, блин, такое было? Я вам говорю, инструкции не будет. Эти инструкции есть в закрытом канале, и то, там не так все просто. Понимаете? Чтобы здесь зарабатывать, нужно время. Люди некоторые думают, вот будет инструкция какая-то, да, там пару пунктов, я это сделаю, все, и заработаю $100 000. Да нет, конечно же. Нужно либо тратить время, нужно кучу времени на это тратить, либо на это нужно тратить большие деньги. У меня сейчас мало времени, у меня сейчас много денег, и поэтому я трачу большие деньги. У кого нет больших денег, то тратит очень много времени и тоже зарабатывает огромные деньги. С нуля, вообще с нуля люди здесь могут заработать. С нуля огромные деньги. Это открытый телеграм-канал, первая ссылка в описании. Здесь я выкладываю только результаты. Можете следить и смотреть, на чем мы зарабатываем. Вот, например, площадка. Вот, например, площадка, да, вот. Вот в этом проекте я участвовал. Да, я, ребята, только захожу в эту нишу. Смотрите, да, смотрите, какие иксы. Все проекты выстреливают. Есть риски? Нет рисков. 38 иксов, 19, 29, 75, 3 икса. Да, вот самый ужасный проект. 3 икса. Вкладываешь там $500, забираешь, ну, 4 икса, да, забираешь $2000. И смотрите, да, что сейчас в тренде. Ну, не нужно же быть каким-то аналитиком, чтобы видеть, да. Игры, смотрите. Defiland, вот игра. Вот, Seed. Смотрите, 100 иксов, 220 иксов, блин, 220 иксов, давайте посчитаем. Вот, вкладываете вы там $300, умножаем на 200 иксов, $60 000, $60 000 можно вот здесь, на этом проекте заработать. Когда были, блин, такие времена? Да, здесь есть куча нюансов, я сюда вкладываю кучу денег. У кого нет денег, тот может участвовать в этих проектах бесплатно. Таких проектов просто сейчас миллионы, миллиарды, куча площадок. Вот, смотрите, это все площадки. Смотрите, 50 площадок. И вот на этих площадках вы можете участвовать в IDO. Опять же, все, что вам нужно, ребята, все, что вам нужно, это время. Это просто тратить на это время. Здесь зарабатывают те, кто в этом варится. Посмотрите вот блогеров, да, топовых по крипте. Вот я недавно слушал подкаст. И что человек говорит? Вот его спрашивают, сколько ты уделяешь этому времени? Весь день, весь день. И поэтому он зарабатывает огромные деньги. Вы здесь тоже можете зарабатывать с нуля. Не нужны деньги. Если у вас нет огромных денег, вам нужно все проекты эти изучать. Вариться в этом, в чатах, в телеграм-каналах. Вариться. За всем этим следить. Много здесь есть площадок. Вам нужно будет выполнять разные задания. Там подписаться в Telegram, сделать репост в Твиттере. В общем, выполняете вы все эти задания, проходите там верификацию и участвуете бесплатно.
Конечно же, шансы там очень маленькие, но смотрите, сколько площадок. В общем, во всем этом нужно вариться, ребята. Вам нужно время. Есть две валюты, запомните. Я сюда не пришел в заработок. В интернете я не пришел с большими деньгами. У меня ноль был, ноль. Как и у многих сейчас. Вот я для вас и вещаю. У вас есть одна валюта. Это ваше время. Я сидел по 10-20 часов за компом каждый день. Я тратил только свое время. У меня не было денег. Это тоже крутая валюта. Сейчас у меня мало времени, зато у меня есть деньги, я могу вложиться до большой суммы в какой-то проект. Но есть две валюты: время и деньги. Если у вас нет денег, тратьте сюда свое время. И вы здесь заработаете огромные деньги. Еще раз, ребята, нельзя этому уделять там 15 минут в день, купить где-то какую-то инструкцию, где-то у кого-то и по этой инструкции заработать. Это невозможно. Вам нужно уделять, не знаю, ну хотя бы по 3 часа в день. Каждый день. Каждый день вам нужно уделять этому время. И тогда вы заработаете. Это не халявные деньги, это не кнопка бабло. Это все выглядит, да, как халявные деньги. Вот вы смотрите, да, вложил 200, заработал 8 тысяч. Кучу работы нужно проделать. Кучу всего нужно изучить, разобраться во всем этом. Я, кстати, во всем этом разобрался за 2 недели. Поймите, это не халявные деньги, это возможности. Это сейчас возможность такая вот есть. Вот она, эта возможность. Просто вам нужно разобраться в этом и заработать на этом. Все, это возможность. Опять же, не все заработают. Это не так-то просто. Если вы вообще далеки от крипты, вы просто охренеете. Можно в этом всем разобраться. Насколько вам будет все сложно, вы реально охренеете. Там столько нюансов. Очень много нюансов. Просто дохренища тут нюансов. Но в этом можно разобраться. Просто тратьте свое время. Если бы было все так просто, да, по инструкции, да, прошелся и заработал, да, все бы тогда зарабатывали. А те, которые зашли сюда в самом начале и заработали просто, ну, не знаю, сумасшедшие деньги, космические деньги. Я вот когда общаюсь с ребятами в закрытом канале, они мне показывают свои результаты, ну, я просто, ну, не верю во все это. Ну, думаю, ну как так? Вот ребята буквально зашли летом, вложили 20 тысяч долларов, заработали 1 миллион. С 20 тысяч сделать миллион, это с лета, ребята, это с лета, вы представляете? Вот только весь этот движ начался, вот ребята залетели. Есть человек, вот у меня в закрытом канале, который с 500 долларов, сделал 120 тысяч долларов за 3 месяца. Человеку 15 лет. Он еще летом мне писал, спрашивал советы, мы вот переписывались в закрытом канале, и вот сейчас он с 500 долларов сделал 120 тысяч долларов. И, ребята, я ему задал вопрос: сколько у тебя на это ушло времени? Сколько ты уделял этому времени? В общем, давайте я включу вам это голосовое. Слушайте внимательно. Вот вам будет мотивация человека, да, который смог из 500 долларов сделать 120 тысяч долларов. Слушайте. Здравствуй, да. Сколько времени я этому уделял? Ну смотри, когда у меня каникулы, то есть мне не надо ничего делать. Нет никаких, по сути, обязательств. То, типа, я просыпаюсь, иду к компу, и вечером, ночью иду спать. Типа, как-то так. Сейчас, когда началась школа, уже немножко поменьше. Но теперь я из-за этого часто не сплю, чтобы успевать все делать. Ну, успевать все делать. Я это делаю ночью. Вот. Когда вот сейчас дистанционка, ну, уже полегче, уже, ну, могу и на уроках сидеть, по сути, заработать. Сколько времени, какой период времени прошел? Да, в принципе, меньше 3 месяца, ну, почти 3 месяца, без пару дней. И, кстати, уже не 120, а 155 где-то. Вот, ребята, вы все слышали сами. Не нужны деньги. Нужно уделять время. Я с нуля заработал свой миллион долларов. С абсолютного нуля. Это человек тоже с нуля. Не все здесь заработают. Не все. Далеко не все. Если у вас есть желание, если вы ищете, если у вас есть конкретный запрос. У меня был запрос. Я искал, сутками искал. Я списывался с ребятами, расспрашивал. Мне никто не помогал. И я сам. Просто я столько времени тратил, что... Невозможно не добиться успеха, если вы будете столько тратить времени на это. Невозможно. Каждый добьется успеха. Каждый, если будет тратить столько времени.
Но многие сдаются. Кто-то попросту не может на это тратить столько времени, но тот, кто найдет в себе силы, найдет время, тот заработает миллионы долларов здесь. В общем, ребята, смотрите, разбирайтесь, я в этом всем разбирался сам. Опять же, инструкций не будет. Я даю инструкции только для ребят из закрытого канала. В открытом доступе инструкций не будет. Еще раз. Ролики, кстати, об этом есть на YouTube. Я сам учился на этих роликах. Опять же, я разобрался вот во всем за 2 недели. Я сам смотрел вот эти ролики на YouTube. Да, есть ролики, просто их делают не топовые блогеры. Там на этих роликах по 2000, по 3000, там максимум 5000 просмотров. Ребята тоже, да, делают инструкции. Понятное дело, они некачественные, но разобраться можно. Разобраться можно, и эти ребята, которые делают эти ролики, они на этом зарабатывают. Они на этом зарабатывают бесплатно. Вы тоже можете это делать. Вот вам еще возможность. Создавайте YouTube-канал, да, делайте инструкции, сами разобрались, записали инструкцию, приглашайте там ребят по реферальной ссылке. Вот вам возможности. Это для тех ребят, которые хотят участвовать бесплатно, у которых нет на это больших денег. По реферальной ссылке приглашаешь людей, за этих людей тебе дают билетик. Чем больше билетов, тем больше шансов победить в лотерее. Вот, люди делают обзоры каких-то проектов, вот, будет какой-то проект, они делают обзор, ставят свою ссылочку, сами выполняют задания, показывают, как выполнять эти задания бесплатно, подписываются на этот проект, ну, и ждут лотерею, да, повезет, не повезет. И с нуля можно заработать, ну, не миллион долларов, да, но с нуля, вот буквально, ну, не знаю, за пару месяцев 10 тысяч долларов свободно можно заработать, свободно. Но если каждый день этому уделять время, если в этом всем разбираться. В общем, ребята, я в этот тренд залетел, в тренд IDO, и то я уже поздно сюда залетел. Короче, буду вам показывать вот в открытом канале, первая ссылка в описании, сколько мне удалось на этом заработать. Пока есть возможности, да, потому что, не знаю, через полгода уже, может быть, таких возможностей не будет. И здесь будут уже совершенно другие цифры. Пока есть такие возможности, пока можно свои деньги просто отбивать за месяц здесь. Да, ребята, которые зашли летом, уже в 5 раз отбили свои депозиты. Ребята летом заходили, вкладывали там 10 тысяч долларов, уже сотни тысяч долларов заработали. Уже отбили свои деньги, они уже на них забили. И только за счет того, что они рано зашли, они сейчас зарабатывают огромные деньги на этом. В общем, ребята, подписывайтесь, кто еще не подписан на канал InStarting Invest. Здесь есть отдельный плейлист по крипте, здесь есть инструкции по Binance, по фьючерсам, есть инструкции. Мы делаем контент для новичков, да, вот инструкция, как купить криптовалюту, прям пошагово, как с карты перевести деньги там на биржу, как поменять эти деньги, потом купить на них крипту. Вот вторая часть, как вывести крипту обратно себе на карту. Есть прям пошаговые инструкции для новичков. Есть инструкции по кошелькам. Вот инструкция по MetaMask. Как купить любые токены. Вот инструкция по Фантому. Ребята, есть все инструкции. Вот пошаговая инструкция по фьючерсам. Все это есть на канале по финансам InStarting Invest. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Инструкций по IDO не будет. Еще раз, они будут только в закрытом канале. Может быть, я буду делать какие-то обзоры. Может быть, я буду делать, рассказывать о каких-то нюансах, вот, как в этом видео, вот, осторожно, скам-токены, я рассказал, да, как проекты могут вас разводить, да, когда цена все время растет, а денег вы не заработаете, токен может все время расти, посмотрите это видео, мало кто делает вот такие вот видео для новичков, да, в которых вот так вот все подробно вам объясняет, да, какие есть подводные камни, вот, в этой нише. В общем, ребята, огромное спасибо всем за просмотр, за поддержку. Я надеюсь, вы замотивировались. А сейчас что вам нужно сделать? Обязательно поставить этому видео лайк, закрыть его нахрен и идти зарабатывать деньги, идти работать над своей мечтой. Всем удачи, пока!